Можно? Дорогие друзья, дорогие друзья, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет всем. Друзья, у нас есть объявление. Мы хотим объявить. Мы просто хотим сообщить, да. Мы бы хотели. Ну, немножечко трагично прозвучало, на самом деле мы бы хотели. Мы хотим сказать вам кое-что. Хотим объявить, что вынуждены. Мы хотим объявить, что вынуждены. Сложилась такая ситуация, что мы. Мы вынуждены объявить, что. Мы, к сожалению, вынуждены объявить о том, что мы. Объявить о том, что мы. Группа «Антиго» приостанавливает наше акционирование на планете. Вынуждены закончить акционирование на планете. Приостанавливаем наше акционирование на планете. К сожалению. По одной простой причине. В связи с тем, что. Очень сложно это сказать. Ну, да. Это все неинтересно. Это рутина. Мы вынуждены это сделать. Не можем собрать. А сказать, что мы благодарны? Говори. Всем тем, кто верит в нас. Как всегда бывало, мы на это тратим свои средства. Все, что... И участие планеты пока... Мы категорически не можем... Не дает нам больших надежд на то, что мы действительно соберем ту сумму, которую мы заявляли на изготовление и релиз нашего альбома. Сейчас надо подумать еще, что сказать. Поскольку правила были определены, была определенная дата, было определенное количество средств, которые нужно было собрать. Нарушать эти правила уже в третий раз мы просто не хотим. Это даже страшно. Даже страшно. Что же будет дальше? Как? Еще раз. Сейчас я еще подумаю. Борис со мной согласен. Мы остаемся на планете, мы остаемся с вами. Мы обязательно поощрим всех тех, кто был с нами все это время. Надеясь на нас, присылал нам свои средства. Мы очень благодарны, но мы вынуждены закончить акцию. Наверное, не так, нет. То, что мы сделали в Америке, то, что мы делали здесь, то, что мы соберем, это будет около 5-7 композиций. Ладно, иди, да я сам что-нибудь скажу. Поделиться с нами своими впечатлениями по поводу того нового EP, который мы вот-вот выпустим. Обо всем. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Мне главное ничего не говорить, лишнее. Мы очень надеемся на ваше понимание. А ты скажешь, что? Что так, что эдак? Покажи язык, дядя Боря, покажи. Да, покажи язык. Обманули. Я могу статистом быть. Я, знаешь... Как вы пришли на площадку? Кто опустил его на площадку? Уведите, пожалуйста. Пока все. Еще раз привет всем. Дара? Дара? Прекрасно, Ира. Стоп. Вы уже сейчас говорите? Нет. Ну, понятно, я буду. Когда мне туда смотреть, да. Чтобы я знал, как я. Да. Смотри, вот как крутишь. Раз, три, четыре. Не, ты ж. Слышь, откуда подойти? Вот оттуда. Дорогие друзья, мы вынуждены объявить.